Здравствуйте, мои дорогие. Давайте сегодня посмотрим, что думал о вас ваш загаданный мужчина. Вспомните, пожалуйста, своего мужчину, настройтесь на расклад и поехали. Я, говорит, сейчас вишу в подвисшем состоянии. Но мне хочется, говорит, я устала от этого состояния, я хочу выйти из него, я хочу получить счастье, я хочу получить любовь, я хочу двигаться навстречу к своей любви. Я устал висеть в подвешенном состоянии, потому что я король с кубком, я люблю, я хочу любить. Хоть мне и тяжело, и башня в моей жизни была, и разрушились отношения, но я, говорит, люблю эту женщину, я не могу без нее. Люблю вот эту женщину, королеву Пентакли у нас тут вышла. Я хочу быть с ней. Я хочу, говорит, двигаться навстречу к ней. Да, у нас с ней тяжелые обстоятельства, да, башня случилась в наших отношениях, да, разрушились отношения, но я хочу, говорит, двигаться к ней. Я проявляю спокойствие, умеренность, но тем не менее я борюсь со своими чувствами, мне страшно, но по справедливости, по суду, он, кстати, сознает, что он, вы правильно на него обижаетесь, как-то его закрываете, не пускаете к себе. Говорит, ну я, смотрите, король Пентаклей, хочу, говорит, к ней, хочу любви с ней, хочу любви, говорит, с ней, хочу встреч с ней. Я маг и волшебник. Я верю, что я смогу, я справлюсь. Я верю, что эта женщина мне по судьбе, что я хочу с ней честных, добрых отношений. Я, говорит, переоценил все, что с нами было, говорит. Я теперь другой. У меня поменялась моя система ценностей. Я хочу, говорит, исполнить свои желания, хочу навстречу к этой женщине. Хочу эгоистично с ней встретиться, счастья, любви, говорит, хочу. Потому что она моя любимая женщина, я, говорит, ее люблю. На дне колоды у нас тройка, то есть хочется мужчины встречи, праздник, отпраздновать с вами что-то, отметить. Говорит, ты моя победительница, ты моя волшебница. Опять любви ему хочется, страсти, желания. Говорит, я буду работать над этим, чтобы увидеть тебя, чтобы встретить, чтобы быть победителем. Я, говорит, слежу за тобой, потому что я хочу с тобой, говорит, десятку пентаклей. Я хочу с тобой семью. И я буду двигаться навстречу к тебе. О, и десятку еще и кубков он хочет. Хочу любви с тобой. Так пусть будет так. Оставим его желание быть с вами в двойке кубков. Его желание быть с вами в любви. Вы здесь выходите исключительно король и королева. Король и королева, пентаклей, кубков. Любовь. Встреча, праздник. Так что мужчина на всех парах несется, ждет возможности, врывается в вашу жизнь. У него есть желание вас увидеть, встреча с вами, есть желание вас обнять. Пусть все так и будет. Всего доброго вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы расклады сбывались. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.